Код 10.00. Генри 1, центральная 6, северное направление, код 1. Адам 1 движется в южном направлении по казино Изумрудному острову, код 1. Адам 2 движется в южном направлении Золотой аллеи имени Гарри, код 1. Господа, мне кажется, мы явно неверную тактику выбрали, патрулируя конкретные районы. Может, стоит все же рассредоточиться в хаотичном порядке по городу? И тогда, может, начнем замечать нарушения в принципе? Поддерживаю. 10-4. Бенджамин Посман, пожалуйста, выйдите на 226 Интерстейт. Будем курсировать между казино 4 Дракона и Блэкфиллским перекрестком. Я думаю, нарушений будет масса. 10-4. Адам 2, код 1-3, заправка транспортного средства. 10-4, Адам 1. Разворачивайтесь, Посман. Видите фургончик спереди? Да-да. Генри 1, код 1559, двигаемся за фургоном предположительно голубого цвета по западному Рокширу в восточном направлении. Нарушаются 1619111К, конкретно в данный момент 1619 свернули в восточном направлении, код 0. Нейтрализовал обоих. Требуется код 8, господин диспетчер, пожалуйста. Выдать ваши 20. Кто выдать? Ну, точнее, 9-20. Отправил. Адам 2, код 14. Диспетчер. Диспетчер, прием. Прием. Есть свободные места для кого-нибудь из Адамов? Скорее всего нет. Возьмите Линкольн. User disconnected from your channel. Адам 2К, либо помощь другим юнитам требуется. Всем юнитам, кроме Генри 1, 10-0. Адам 1 движется в западном направлении по южной автостраде имени Джулиуса, код 1. Адам 2 движется в северном направлении центрального шоссе города Лос-Вентура, код 1. Здесь 4, линк 1. Генри 1, вам больше помощь не нужна? А разве была какая-то помощь? Ну, вы, по коду 8 была вызвана скорая помощь. А уже вызвано, да? Да. Возможно, поздний час. Вполне возможно.
Может, своими силами поедем? Я вас довезу до больницы. Идти можете? А, да, конечно, идти-то я могу. У меня... у нас, если не ошибаюсь, в автомобиле установлена аптечка. Аптечка, да, должна быть сейчас. Поищите, пожалуйста. Перевяжем, ага, и поедем дальше. Минутку. Вполне терпимо перетерплю. Всем видно, кроме Генри 1, код 10.00. Адам 1 движется в южном направлении по району казино Изумрудный остров, код 1. Адам 2 движется в западном направлении северного автострады имени Юлиса, код 1. Линкольн 1, казино Камелот, северное направление, код 1. Код 0, код 0, код 0. Код 0 возле ОЗС. Принял. Адам 2 здесь 4. Лиги черного цвета. Водитель второго вода, прошу двигаться по коду 0 от нашего напарника. Диспетчер, вижу вас. Мы его не догоним. Линкольн 1, прошу передать ваши координаты еще раз. Ваши 10 раз здесь. Линкольн 1, помощь требуется? 10-9. Адам 2, 10-4. Код 1-3, починка красного средства. 10-4, Линкольн 1. Мистер шеф, я вернулся в республику, я могу продолжить патрулирование? Линкольн 1, едьте в департамент, возьмите патрульное авто с марка Адам 3 и возьмите нашего сотрудника, напарники. Только посмотрите, на машину должен быть хотя бы один тазер. Я возьму сам. Предполагается водителю. Генри 1, код 1-3, причина пополнения боезапаса, а также смена бронежилетов. 10-4, Генри 1. Адам 1, код 1-3, причина заправка. 10-4, Адам 1. Два заметил автомобили, движение в южном направлении, движется центральный 10-9. Не волнуйтесь. Адам 1, код 14. Вот это, короче, типа грабить ехали там. Боже, это смешно было. Адам 7, код 1-1.
Простите, Адам 7? Адам 7. А не третий, нет. У нас маркировка 7-го Адама. А, перемаркируйтесь на Адам 3, пожалуйста. Извините маркировку. 10-4. А, Генри 1, код 1-1, код 14. Сидит. Адам 1. Чем Генри 1? Генри, первый код 1-3, причина заправка. Генри, первый код 14. 10-4. 1-1. 7 минут, там 10 на 0. А, Генри 1, казино Изумрудный остров, южное направление, код 1. Адам 1 движется в восточном направлении по Блэквилдскому перекрестку, код 1. Адам 2 движется в южном направлении Золотой Олени имени Гарри, код 1. Адам 3 движется центральным шоссе, по центральному шоссе в северном направлении, код 1. Давай, давай, за ним, вон же нарушитель. По встрече гони. Вон, давай за ним. Видеорегистратор все записал. А координацию можно в студию? Адам 3, здесь 55, здесь 20, здесь 29. Веду погоню за преступником. Автомобиль белого цвета, марку пока не могу осознать, движется в западном направлении в южной автостраде. Код 404. 104. Выполняйте код 14, пожалуйста. Почему наши сотрудники бегают пешком? В каком районе? User joined your channel. Вроде уже подобрали. Направляем, давай. Чё встал-то, едем? Мистер Постман, остановите, yes. Пожалуйста, тут неправильная парковка сзади нас. Черт, нарушение 1.4К, да, он самый. Пожалуйста, останьте, соответственно, правилам проведения 10.55, да. 10.4. Там нарушитель. Адам 2... Кота 155, 1029, точное преследование за автомобилем марки Султан черного света, 10.9. Нарушитель остановился. Проводим 1055, код 4. 10.4, Адам 1. 10.4, Адам 3. Адам 5? 3. Оп-оп. Едем за ним. Адам 3, 1055, 1029. Преступник остановился. Пробуем 1055, код 4. Ваш код? Код 4, я же сказал. Поправьте рацию. Да, правда, барахлит. Бывает. А 1.55, преступник этот... 1.55, 10.29, веду погоню за преступником. Автомобиль Bullet, черно-белого цвета. Едем в северном направлении, по центральному шоссе, код 3. Преступника выпустили из виду, гостям ранее видны.
Продолжаем за ним преследование. Мы не можем его догнать. Если у вас нет номера, госномер... Мы упустили преступника. Что? Я успел рассмотреть госномер, а госномер 87. Госномер 87. А мы не можем... Вы уверены в этом? 10-4. Госномер точно был 84? 10-4, точно. Хорошо, можно объявить человека в розыск по номерам машин. О, нет, не он.